Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Clash of Clans. Ну что же, у нас улучшилась ратуша. Так, мы получаем с тобой следующее усиление. Усиление героя, повышение силы, ускорение ресурсов и увеличение звездного бонуса. Окей. Так, ну я вам говорил уже в ролике про черепашек, что я получил 4-го работягу. Накопил я, все отлично. Так, ну что же, денег мало, маны мало, всего, блин, у нас мало. Но вы держитесь. Естественно, на ночь глядя уже никого нету, но тем не менее, блин, еще не по-русски. Всем привет, всем привет. Так, вот сделаем. Так, что у нас дальше? Давай думать, что это у нас тут. Строители могут также преобразовывать в золото столицы существующие ресурсы. Это займет немало времени, но ускорит строительство столицы. Произвести. А, вот оно что. То есть 3 миллиона золотых мы с тобой переводим в эти вот кристаллы. Но это если у тебя излишки охрененные, которые, кстати, иногда бывают, когда ты, например, занимаешься строительством, золото некуда потратить, то да, ты можешь себе позволить что-нибудь потратить. Так, ну что, денег нет, давай-ка я гляну, наверное, сюда. Блин, какая стена, я хочу вот сюда. Так, секунду. Блин, планировку сделал другую, теперь забыл, где, что у нас находится. Так, это башни. Это башни, а где казарма-то? Вот она. Да не... Казарму дай мне, казарму. Тренер... Подожди. А что тогда надо сделать? Так, тут 3 часа 15 минут. Ведьма, призывайте скелетов стильно. 2 миллиона 200 стоит. Пу-пу-пу-пу. Почему вот этот вот гриб здесь не убрали, а? Скажи мне на милость. Почему гриб не убрали? Выбирайте этот гриб срочно. И это каждый день, что ли, появляется? А, каждый день появляется. Я думал, что она разовая, она каждый раз появляется. Понял. Так, соберем здесь награды. Соберем здесь награды. И... ну, надо, наверное, что-то нам делать. Что-то строить новое. Королева лучниц. Вот так вот быстро мы ее сделали. Королева лучниц, окей. Пускай будет королева лучниц у нас. Сколько тут мы зарабатываем? 25. Слушай, а чтобы следующего работягу... А, нужно 2000 самоцветов. 2000. Так, здесь заполнено. Да почему ты все на стену так кликаешь? Я говорю, вот это здание мне дай посмотреть. Блин, извини, все на стену. Короче, мне не хватает денег. Ладно, я тогда поставлю, наверное, на улучшение. Ну... башню, например, башню лучниц. Так, еще два работяги у меня есть. Значит, слушай, ну по-моему же мы могли где-то пеку делать. Я ведь помню, что где-то должен быть пека. Так, я, наверное... Ага, не хватает. Мортира вообще слабая, ее надо прокачивать, ребят. Где вот эти вот взять шестеренки, а? Чтобы модернизировать. Ладно, поставили пока на производство. Ну, понятно. Вот, блин, а почему у меня-то пеки нету? Должен быть. Ну что, пойдем, наверное, в бой сходим. Мне в комментариях пишут: вот, Рэй, я не думал, что ты будешь... это... ты, типа, нетерпеливый, блин. Лезешь все время. В плане, ребята, нетерпеливый и лезу куда-то. А что это? Что за армия-то такая? Десять драконов и... ну, я попробую, конечно. Тут база, кстати, не прокачанная совсем. Вообще не прокачанная, друзья мои. Что это за база такая?
Хотя у него королева лучниц. Очень странно. Ну ладно, поехали. Ликвидатор арбалетов. Везде свои шарики повтыкал, а? Ты посмотри на него. Воздушка, воздушка заработала. Так, ну этого в принципе запинаем, как думаешь? Запинали. Странная, конечно, база. Вообще не прокачана, но уже имеет королеву лучниц. Это как так? Это как так? Объясни мне, пожалуйста. Слушай, ну нормально так пофармили здесь. 400 тысяч. Я считаю, что это круто. Так, получить звездный бонус. Сокровище. Так, доставлено. Плавильня, понятно все. Еще и достижения получили. Так, ликвидатор арбалетов. Так, тренировать. Дай-ка я в тренировочку зайду. Быстрая тренировка, естественно. И вот так вот закажем с тобой. Так, у нас есть еще возможность, друзья мои, идти. Так, мы еще зайдем сейчас сюда. На готовку поставим заклинание. Все работяги, как говорится, при деле. Заглянем сюда, в нашу деревню. Здесь, да, здесь, конечно, будет попроблематичнее для меня. Во-первых, нам нужно денег. Денег нужно дофига. Лям 200. Лям 200. Опять зарабатывать их. А как, ребята, не рашить? Если я не буду рашить, как я буду получать, извини меня, прибыль? Ты вот тоже подумай своей головой-то. Вот ты рашишь. Пфф. А как я должен играть? Ну, по большому счету, если так взять. Противная лучница достает до меня, да? Сейчас мортира тут задует. Робот, не туда ты пошел. Не туда ты пошел. Ну что ты делаешь, ну? А, вон, ребята, заряд появился. Он только сейчас появился, этот заряд у нас. А до этого не было. Это, видимо, он так с прокачкой ратуши, ребят, появляется. Ну, слушай, две звезды, нормально, я считаю. Но у него какие-то коварные тут. Чуть-чуть не хватило. Ну ладно, две звезды, я считаю, что это норма. В моем случае это нормально. Так, тут у нас элик, эликсирчик. Ну что, двигаемся дальше. Вот здесь хорошо, ребят, здесь армию не надо копить. Ты что, издевательство, что ли, какое-то? В чем прикол? Что это за... Что это за базы такие даются, а? Ребят, скажите мне, пожалуйста. Интересно. Да, пушек, конечно, у него там дофига. Но, друзья мои, ни одной противовоздушки нету. Поэтому мой дракон здесь, в принципе, все испепелит. Да и так, наверное, уничтожим.
Очень интересная база. Знаешь, как будто какая-то экспериментальная или что-то в этом роде. Так, запинали костер. Да вон, идите эту обсерваторию еще завалите, и все, в принципе. И у нас будет на 3 звезды. Шикарно. Мы идем с тобой во второй. Вау, вау. Тут будет похуже. Давайте, убивайте, мне дракончик нужен, блин. Я не могу дракончика вызвать. Фига, арбалет валить надо, сколько? Ну, правильно, у него еще жаровня здесь. Дракончик, ты издеваешься, да? А вот это что за фигня? Я такого не видел еще просто. Ну да, да, поджарил. Но, тем не менее, 138%. Я думаю, что это норма. 3 звезды, шикарно. Так, нам еще нужно... Нам еще нужно 3 победы. А что вот здесь такое? Так, пожертвуйте, понятно. Пожертвуйте войска, но у меня, по-моему, никто не просил. Ну да. Не могут. Такс. Нам надо искать... Очередную базу. Так, если я возьму сюда лучников. Ну, они... Блин, лучники. Они будут это бомбить, потом сюда. Даже не знаю, куда они там. Лучницы паршивые. Вот там он палят. Вот в чем проблема-то. Ну и мортира, само собой. Мортира, как же, блин, без нее-то? Дракон, давай, вылетай уже, в конце концов. Че они там за борт... Я в шоке. Он бы еще неделю бы забрал бы, пинал бы свой, а. Ну все, тут со всех сторон, ребята, и лучница, и это. Ну, 60% поимели. Уже норм. Жаль, конечно, что не 2 звезды. Блин, я постоянно забываю про этого робота. Ёк-макарёк, а. Ну, естественно, сейчас будет бомбить эти здания, блин. Ускорился. Так ты... Нет, он сейчас эту... Ай-ай. 3 пушки, конечно, его разбомбят. Конечно, ребята, разбомбят. 78% и 1 звезда. Ну, это как-то не солидно, если честно. Вообще не солидно. Я забываю постоянно этого робота вызывать. Почему, блин? Он как-то, он просто отличает эти вот здесь стоят. Надо будет робота как-то этого тоже нам прокачивать, наверное. Тут вот, смотри. Ну вот лучниц я вызову, и что они здесь? Давай попробуем пушки. Ну куда вы, пушки? Вот пушки, давайте бомбите. Сейчас мортира подключится, ребята. Робота забывай постоянно выпустить. Ёк-макарёк.
Звезда есть. Он постоянно бьет не то, что... Две звезды, шикарно. По-моему, ребята, мы с вами получим сейчас награду. Что-то он так ультанул, взорвался офигенно. Такс. Да, звездный бонус мы получили с тобой. Опять же, ребята, этого мало. Ну что это такое? Ну, это несерьезно. Так, награды. Зелье часовой башни. 500 очков столицы. Звездное зелье строителя. О, наполучали сколько. Так, принять приглашение в клан, Да не, ребят, какое приглашение в клан, если я сейчас сам в клане? Как же так сделать-то? Так, для того, чтобы... лям 200 надо. Ну что, нам надо зарабатывать этот лям 200, блин. Это сколько нужно нам с тобой поединков сделать, чтобы... Ё-моё. Жаровня. Электрическая башня прокачанная причем. Пушки тут конкретные, да. Но мне кажется, шансов тут... Я не знаю даже, ребят. Куда тут лезть-то, блин? Давай, наверное, так сделаем. Да ладно. Пипец, одного удара достаточно было, чтобы... Мои дамочки улетели в никуда. А что это так бомбит? Вот эта вот башня так бомбит электричеством сверху. Она же вроде должна как бы по прямой бомбить. Ну тут видно, ребята, база прокачана, тут фигня на нее прыгать. Это бесполезняк. Причем все прокачано, а противовоздушка не прокачана. Почему я и хочу, ребят, заработать денег, прокачать здесь себе казарму, уже хоть новые войска, чтобы у меня были. Ну, с этими войсками уже, ну, никуда. Так дело не пойдет. Мортира паршивая, а? Блин, ну куда ты полез-то? Ну она же тебя сейчас... Хотя... Нет, может она его... Нет, не разнесла. Ну тут зато электрическая вылезла. Так, одна звезда есть, ребят. Две звезды. Ну и прекрасно. Две звезды, друзья мои. Ну, электрическая нас подобьет, поэтому я думаю, что здесь нет смысла дальше. Мы все равно не получим звезду. Можно закончить, в принципе, сражение. Две звездочки, шикарно. Еще шесть надо. Ход атаки, ход обороны. Серьезно? А он еще... Ну-ка, подожди, а как он там заработал одну звезду? Можно мне глянуть? Я хочу посмотреть. Так, я понимаю, он еще щиты не ставил себе, да? Но он, видимо, здание главное снесет мне. Да, он мне снесет главное здание, за что получит звезду. Все, это его последний, как говорится, был миг. Я понял. Так, ну что, мы двигаемся дальше. И тут у нас
Тут у нас мортира. Тут у нас мортира, тут у нас пушка. Давай, стенобойщик, зажигай. Какой-то великан нудный, долгий. Блин, я не знаю прям. Главное, здание заберем. За что автоматически получим звезду? Блин, лучше бы ты, конечно, бомбил бы вот по этой штуке дракончиков. Да-да-да-да-да, потому что они сейчас... А он не успеет. Он ее не успеет запинать. Снесет, как думаешь? С удара, она даже пикнуть не успела. Ну а тут, да, тут, конечно, ему. А че он так долго ебан? Выдохся, что ли, мужик? Ну, я офигею. Так начинал хорошо, бодро. И под конец почему-то сдулся. Так, 4 звезды. 4 звезды. Опять же нужно искать, друзья, что-нибудь, что-нибудь подходящее. Нашли, блин. Нашли тоже, мне называется, что-нибудь подходящее. Так, если лучниц выставим сюда. Вызываем великана. Ого, там бомба. Давай главное здание попробуем забрать. Чтобы хотя бы звезду забрать. Есть. Уже, ребят, не зря сползали сюда. Звездочка у нас в кармане. 2 звезды, вообще шикарно. Просто шикарно. Я про 3 звезды, ребята, молчу. Это редкий случай, когда ты получаешь 2 звезды. Так, и последний, наверное, у нас. Тут будет битва. Шарики, шарики это бесявые. Ой, не то выпустил. Что ты делаешь, рыб? Ох, тупануть так надо было, а. Такой туп сейчас затуп был, ребята. Ёк-макарёк. Это был затуп, самый настоящий. Просто так затупить. Да, я хотел лучниц вызвать здесь. Почему у меня на дракончике стояло, не понимаю, ребят. А этот баран, естественно, вместо того, чтобы главное здание бомбить, он пошел. Ну, естественно, он уничтожает атакующие осадное оружие. Сейчас вот эта пушка развернется. Она даже не успеет развернуться, как нас тут зачекрыжат. К сожалению, да. Даже звезды не получил. Это плохо. Это плохо. Еще раз, ребят, говорю там. Говорите не рашить, не нападать на базы. А как зарабатывать голду и тому подобное? Ну вот как? Как? Хорош там костры бомбить, блин. Да сделай ты по-нормальному-то. Атакуй-то хорошо. Куда ты ходишь-то? Куда ты бродишь-то, блин? Тут забор у него, ребят. Я... Ну и все.
мортиру они бомбанут, а толку-то от этой мортиры. Ладно, 63%, одна звезда. Неплохо все равно, ребят. Это лучше, чем без звезды, согласись. Так, и последний у нас поединок. Такс. Если с этой стороны зайти. Ну, наверное, с этой стороны надо зайти. Ну, ёк, макарёк, ну... Ну, болваны, а. Ну, просто болваны, а. И что, не два, не полтора, да, получается у нас с тобой? Лучница-то жива. Она потихонечку наносит нам урон. Но мы добьем, да, добили. Красавцы. Две звезды. Слушай, мы, может быть, еще и лучницу уничтожим. Да, мы ее уничтожим, ребята, но у нас не будет чего. У нас не будет времени все это уничтожить, потому что 46 секунд осталось. Двух звезд мне достаточно. Маловато же, да? Маловато, ребята. Тогда придется завтра еще добивать. Тогда придется еще завтра добивать. Пятая волна. Я так понимаю, это проигрыши, да? Война окончена, результаты. Да, поражение, здесь поражение было. В данный момент у нас получается что? Две победы, два поражения. Тут неизвестно, что будет, дальше тоже неизвестно, что будет. Посмотрим. Так, здесь у нас все пределы. Золотая бутса. Я ее хотел, ребят, пройти на 3 звезды, но у меня почему-то не получается. Я черт его знает, как тут надо сделать, блин. Я не понимаю. Арбалет этот поганый. Эта штука, он бомбическая. Которая вырубает всех. Отсюда сейчас попрут эти ханорики. Очень много их будет здесь бежать. Но это не серьезный урон, ребят. Пинает. Давай, ждем. Это вражеская там, что ли? Ну, по мячику-то еще пните. Так, а тут в чем прикол? Чтобы все, что ли, разнести? А
Последнее здание. Есть. Сделал я, ребята, этот уровень на 3 звезды. Замечательно. Так, получаем с тобой награду. Так, через 7 часов можно будет сыграть мячелом. И потом еще у нас будет статуя. Так, подожди, что там было? А, играть. Ну, смысла нет, тут звезды все равно, ребята, вот они копятся. Это вот эти только звезды засчитываются. Ты хоть 10 раз проходи, у тебя все равно будет 3 звезды. Ночной страж не спит. Здорово, ночной страж. Так, ну, здесь, ребята, я не могу ничего посмотреть. Единственное, что мне надо разобраться, где же у нас все-таки... Где же у нас все-таки казарма? А, вот оно что, друзья мои. Казарма у нас улучшается. 2 часа 46 минут. Что-то я просмотрел этот момент. 2 часа 46 минут, поэтому я не могу ни пеки, ничего не вызвать. Понятно. Ну что, тогда уже, наверное, и все. Здесь уже больше... Подожди, у нас есть очки. Очки у нас есть. И я хочу, ребят... Так, у нас в лагуне шаров. Так, ну здесь новая территория. Ой. Внесем вклад. И все? И все? Больше тебе не хватает. Какие-то елки там будут восстановить. Пушка этот и елка. На елка-то дофига здесь нужна. Что-то я думал, у меня будет больше очков. Ладно. Хорошо. Что нам дает уровень? Что нам дает вот этот уровень, ребят? Я тоже пока без понятия. Просто уровень, все. Вот эти вот, куда их? Максимально 5000. Но это, по-моему, если не ошибаюсь, мы дома с тобой можем заходить вот сюда. Так, медали рейда, вот. И покупать себе либо зелье силы. Так, если разбить эту хрупкую банку зельем, то звездный бонус деревни строителя тут же станет доступный. Звездный бонус строителя. Этот густой эликсир из измельченных волшебных шестеренок ускоряет часовую башню на 30 минут. Действует в деревне строителя. Так, этот полезный с виду напиток помогает таинственному колдуну проводить исследование в 24 раза быстрее. Понятно. Зелье компаньона. Кольцо стены. Ну, в общем, понятно. Кольцо стены и все тому подобное. В общем, все это улучшение пройдет. Здание можем улучшить. Почему-то только это... Так, секунду, сейчас, подожди. Оу, у нас на лучнице. Кстати, ледяная стрела, я помню, где-то тут. Ледяная стрела стоит 1500 гемов. Для меня это пока непосильная, ребят, ноша. 1500 гемов. Никуда, конечно, нет. Такс. Ну что, на дорожку... Хотя, какая дорожка, блин, у нас там. Хотя можно, наверное, один поединочек найти. Рубануть. 165 тысяч. Нормально, я думаю. Так, ну что, начнем потихоньку. Много противовоздушки, я смотрю, у него. Много противовоздушки, да? Так, у меня уже эти кабаны. А что это за команда такая? Откуда у меня... А где мои драконы? А, вот они, драконы.
Давай, футболисты, куда вы там? Ну тут хана базе. Не знает, куда пнуть. Ты серьезно на ворота потратил? Ой, на стену мячик свой. Нормально, высосали все, что могли. Высосали все, что могли. Так, и, наверное, надо нам сразу еще тогда заказать тренировать войска. Вот. Завтра или когда в ближайшее время, ребят, еще две звезды набью. Ну и получу с тобой немножко денег. А там уже надо будет улучшать кого-то из юнитов. Ну, в общем, будем потихоньку-потихоньку развиваться, ребят. Здесь игра такая неспешная. Стратегия затяжная. Все сразу не построишь. Нужно время, естественно. Только единственный совет хочу спросить. Что лучше прокачивать? Варвара или в первую очередь лучницу? Напишите мне в комментариях. Ну что ж, друзья мои, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.